Вы вот сказали, да, что стрелец. Я помню, вы про Райкина, когда что-то... Писали, говорили, ну, он же там Скорпион. Да, Скорпион. То есть вы очень в это верите? Я считаю, что зодиаки, зодиакальные знаки... Хорошо. Зачастую очень когда точно. Нанимаете людей на работу, вот смотрите, кто он по знаку, или для вас какие-то другие параметры существенны? Нет, ну все-таки... Не до такой степени? Нет, не смотрю. Угу. Хорошо. А зря. Надо бы, да? Ну хорошо, а потом, когда с человеком с каким-нибудь общаетесь и что-то для себя... узнали или увидели, вы ну, потом... Ну да, но какие-то объяснения для меня бывают. Что я думаю, он же там, Скорпион, что с ним? Ну да, вот да, да, совершенно верно. Скорее вот так.